Франция может затопить вертолетоносцы класса «Мистраль», которые строили для России, но так и не передали нашему флоту. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на анонимные источники в военном ведомстве Франции. При этом журналисты подчеркивают, уничтожение кораблей – лишь один из возможных вариантов. Есть и другие. В частности, вертолетоносцы «Владивосток» и «Севастополь» могут продать другой стране Европейского Союза, хотя для этого их придется переоборудовать. Оба корабля построены в соответствии с российскими стандартами, а их модификация, по словам экспертов, обойдется в сотни миллионов евро.